Галушку заметили в объятиях молодого дизайнера Ивана, а престарелый Меладзе наслаждается расплатой за карьерный рост 22-летней солистки «Виагры» Софии Тарасовой. Притом выглядит как старик. Бывшая солистка «Виагры» Вера Брежнева выложила провокационный пост в социальных сетях. Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос. Насчет голоса многие поспорят, а вот слово «развод» всполошило весь интернет. Разберемся, действительно ли супруги развелись.